Всем пятничный привет! Сегодня 26 ноября, день приятных неожиданностей. Расскажите, какие вам сюрпризы делали в последнее время. Это «Сильные новости», рубрика «Короче, поехали». Стали известны самые популярные детские имена 2020-го. Кто же появился на свет в прошлом году? Так, среди девочек самыми популярными были имена София, Анна, Мария и Дарья. Среди мальчиков Матвей, Михаил, Максим и Артем. Есть редкие имена. Среди них Тамерлан, Самюэль, Ной, Рогнеда, Урсула, Лолита и Амелия. С одного дубля. Сильных заморозков пока не было, да и гололеда тоже не видно, но тем не менее, с 17 по 25 ноября на Гомельщине 4 человека пострадали от непогоды. Двое из них получили гололедную травму, еще двое – холодовую. А всего по стране зафиксировано 293 таких случая. Берегите себя и будьте осторожны. Помните пенсионерку из Будокошелевского района, на которую напал мужчина, та огрела его деревянной палкой и отобрала нож? Ее наградили за смелость. Эта история произошла месяц назад. Женщина работала на своем участке, когда на нее напал неизвестный. Он стал душить женщину черенком от лопаты, а после, под угрозой ножа, отвел ее в дом. Там связал и стал требовать деньги. Но в какой-то момент женщине удалось освободиться от стяжки. Она взяла здоровый дрын и ударила его нападавшего. Отобрала у него нож, еще и рожу ему расцарапала. И в этот же вечер бандита задержали. Уже тогда этот поступок назвали героическим. Ну а сейчас женщину в торжественной обстановке наградили за отвагу.